Сегодня в программе. Моя любимая жена, уже в прошлом, которая в школе была такой серой мышкой, всей вообще никто к ней не подходил, никого к себе не подпускала, оказывается, переспала с моим таким же бывшим одноклассником Денисом Лапиным. Дмитрий Норкин 10 лет был примерным мужем и отцом, и для него стало ударом новость об измене жены, тихой и скромной красавицы Ирины, с их общим одноклассником Денисом Лапиным. Ирина клянется в верности мужу и умоляет его передумать, ведь от развода больше всего пострадает их сын Артем, у которого и так серьезные проблемы со здоровьем. Я прихожу домой вечером, она сидит уже надутая. Видите ли, я на 20 минут опоздал с работы. И начинаются упреки. Я ее не люблю, я к ней охладел, я к ней равнодушен. Ксения рано вышла замуж. Игорь Голованов был ее первым мужчиной. Он хороший врач и полностью обеспечивает свою семью. Единственное, чего не хватает молодой женщине, это эмоциональности и романтики в отношениях с мужем. Устав от холодности супруга, Ксения подает на развод. Игорь уверяет, что любит жену, просто не привык выражать свои чувства словами и жестами. Здравствуйте. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Норкина Дмитрия Алексеевича к Норкиной Ирине Викторовне о расторжении брака. Ответчик с исковыми требованиями не согласна. В браке вы зарегистрированы 10 лет. У вас есть общий несовершеннолетний ребенок Артем, ему 9 лет. В случае развода по предварительной договоренности сын остается с матерью. Споры о совместно нажитом имуществе также не имеется. Все верно, Дмитрий Алексеевич? Да, все так. Ну, тогда вам осталось только назвать суду причину развода и вкратце изложить события, которые вас к этому подтолкнули. Ну, так потому что жена оказалась гулящей, изменяет мне. Кто это будет терпеть? Какой мужик это вынесет? То есть супружеская измена явилась причиной? Разумеется. Тогда поясните суду, как вы об этом узнали, когда это произошло? Несколько месяцев назад у нашего товарища по школе, у одноклассника, был день рождения. Он всем накрыл поляну красивую, все дела. Но я туда захожу, а на меня все смотрят что-то, как-то хихикают, жмурятся. Я говорю, что, ребят, случилось? Что, собственно, вы ржете? Ну, оказывается, моя любимая жена уже в прошлом, которая в школе была такой серой мышкой, всей вообще никто к ней не подходил, никого к себе не подпускала, выросла, стала вот такой красавицей, кралей суперской, оказывается, переспала с моим таким же бывшим одноклассником Денисом Лапиным. А откуда вам это стало известно? Все знают. Ну как так все знают? Все знают, это не источник. Он всем рассказал, все знают, надо мной все смеются. Я, само собой, пришел, бросился на него с кулаками. Он кое-как меня успокоил, объяснил, что, так, в принципе, инициатором-то был не он. Оказывается, это моя жена. Сама проявляла инициативу, полезла к нему. Ну, я, само собой, на этом дне рождения напился, уехал и с утра уже подал в суд на развод. Долго не перепроверяли вы этот источник сразу. Хорошо. Ирина Викторовна, вы возражаете против факта супружеской измены или подтверждаете его? Да, конечно же, я возражаю. Да неправда все это. Ваша честь, да я с детства, со школы еще люблю его. Поймите то, что я все делаю для него. Вот нравятся ему домашние там, пельмешки, да, я с работы прихожу и леплю их. Там с друзьями ему нужно погулять. Без проблем я его отпускаю. То есть без всяких. Сына родила я ему. Он его так любит. Ну, Артемка 9 лет ему. Ну, как же можно так над ребенком-то издеваться? Почему же издеваться? Ты ребенка не видишь совершенно. Ну, правда, вы подумали о ребенке, как он будет переживать развод? Ну, а что мне теперь из-за ее измены жить с рогами, пока он не повзрослеет? Ребенок-то жив-здоров у вас? Все в порядке с ребенком? Ну, относительно. Ну, в принципе, здоров, просто требуется лечение, но он жив-здоров. А что за лечение, конечно, требуется? Да, вы знаете, он родился у нас, как говорится, с болезнью, да, и он начал слепнуть. Но, слава богу, то, что мы узнали это, конечно, поздно, да, и я недавно сделала ему операцию. И как бы деньги нужны были на это. Поэтому
Вы поймите, то, что в данный момент, да, ну как можно вообще изменять и ходить направо-налево, если я все делаю для того, чтобы... И Дмитрий Алексеевич, у вас ребенок болен, ваша супруга уделяет сыну все внимание. Ну почему вы считаете, что ей еще до всяких интриг на стороне? Видимо, значит, сама устала. Она по врачам с ребенком бегает, она ребенка спасает. Всем нужна отдушина. Вместо того, чтобы прийти ко мне, к мужу, домой, побежала, видимо, к кому-то там под... Я прошу, пожалуйста, можно пригласить мою маму Сомову Маргариту? Она подтвердит... Да, Маргарита Петровна Сомова уже скажет... ожидает. Сейчас она нам все расскажет, что ей известно. Не будем опережать события. Кого ты слушаешь, боже мой, вот этих вот... Ну, Маргарита понятно, Сомова, вы да, родим со мной. Ты знаешь, что это компания с пьяной, которые несут непонятно но что. Но это все равно мои друзья, почему мне ним не верить? Так, пожалуйста, ну, тихо. Какие твои друзья? Давайте выслушаем. Какие друзья? Ваши мамы. То, что ты знаешь, Ирина что, Викторовна. Ситуация... Ирина Викторовна. Будем сегодня Ирина Викторовна. Да нет у них никакого повода для того, чтобы разводиться. Я вообще не понимаю, что мой зять удумал. Она всю жизнь тебе, вы 10 лет прожили, а она пылинки с тебя сдувает, с дурака такого. Мам, она в долги влезла. В какие долги влезла-то? Из-за мам, него. Дело не общее это, было. Это вообще, да, не надо об а этом рассказывать. А как-то не надо-то? Говори что? Сама тогда. А в какие долги, поясните, пожалуйста, какие-то долговые обязательства да. возникли? Почему, откуда, но... какие деньги, объясните все. Ну, Ваша честь, да, мы хотели с Димой открыть новый бизнес. Мы тут нам, как говорится, предложили очень выгодный вариант, через полгода он окупится. Ну и на радостях, конечно же, Дима там говорит, давай, давай, и... ну, говорит, все, заживем нормальной жизнью, там, семья, все... Но обратился он в банк, так как у него был уже кредит, тем более не погашенный, ему банк отказал, а зарплату, так как он предприниматель, конечно же, там не такая большая. Но и так как я любящая жена, конечно же, я взяла кредит на себя. А ты вот скажи, что ты в залог-то этого кредита-то положила? Ваша честь, квартиру мою. Я ведь всю жизнь работала. Вот, какие я... они любители рисковать квартирами матерей, ну, а любит, сами не заработают. Любит она его, ты любит. Знаешь, а теперь что с нашей это? Квартирой? А теперь представьте себе, я почему ведь пришла-то сюда, Игорю? А смысл-то в чем ей ему изменять? Если она мою квартиру заложила, квартиру я это, слава тебе, Господи, отписала на нее, когда они еще женихались, они еще не были в браке. И что получается? Если теперь они разводиться будут, и получается, что мы за квартира-то наша в залоге, мы же можем ее потерять. Вот в чем дело-то. Я хочу вот сейчас позвать человека, с которым ты мне, собственно, изменяла. Пусть что? Мой бывший одноклассник придет, он здесь, свидетель, зачем и расскажет госпоже судье, для чего как ты позвал? Мне с ним изменяла. Можно? Я с ним изменяла. Имеешь же на это что право? За... Да, пожалуйста. Че, дурак, что ли, совсем? Кого вы хотите услышать? Ты Денис Лапин, ее любовник. Да. Лапин Денис Николаевич заявлен, и мы сейчас его ждем. Денис Лапин, вы? Да. Пройдемся. Какие деньги? Зачем? Пусть придет, расскажет правду. Это кто? Кто пришел? Здравствуйте, Денис Николаевич. А. Денис Николаевич, получается так, что так, вы стали причиной расторжения брака между истцом и ответчиком. Сейчас довольно будут резкие слова, да, это правда. Три месяца назад какая мы встречались правда? С Ирой. Подожди, зачем ты врешь? Подожди, вы знаете, говори. Мы с ней знакомы еще со школы, я за ней ухаживал. Но она меня отвергала, она такая была недотрога, конечно. Знаете, такая девчонка, которая очень тяжело правильно. Отвечала на взаимности. Правильно. Ну, с ее поведением достаточно тяжело, наверное, было себя вести, потому что можно было остаться старой девой. Но Димке с ней повезло. Конечно, повезло. Пару месяцев назад, как я уже говорил, я начал ее замечать, гулявшую с ребенком около своего дома. Потом я всегда ставлю машину в одном месте, вижу, на этом месте она тоже гуляет. Ну, мы, естественно, как знакомые, начали говорить о жизни. Она начала расспрашивать, женат я, нет. Я, естественно, не женат. Она начала жаловаться мне, что вот с мужем что-то не то, что-то не так. Вот у нее только один мужчина в жизни, хотелось бы еще попробовать, ну что жизнь как-то проходит. Да, все... Ну, я, естественно, за ты ней ухаживал, мне несешь? Стало интересно, честь, да соседи, почему бы и просто... нет. И она ну, мне предложила немножечко, общаемся. Как говорится, повстречаться, потанцевать.
Но я ее пригласил вечерком к себе. То есть Ирина Викторовна первая проявила инициативу. Не стыдно такое говорить. Совершенно верно. Я предложил ей встретиться, она согласилась. Мы провели отличный вечер. И не только один раз проводили вечер. Ей понравилось, мне понравилось, все отлично. Я же мужик, ну почему бы нет? Тем более я за ней ухаживал в школе, а тут на тебе, как бы, все случилось. Но я-то не хотел, чтобы это дошло до Димы. И я не знал, что у них такие отношения. Потому что я-то думал, ну, может, там они уже расстались или еще что-то, да? Но я не лезу в другую жизнь. И это, собственно говоря, действительно надо было сказать, потому что, ну, продолжаться этому вранью здесь, я думаю, не должно быть. Я думаю, что надо развести все-таки Димона. Зачем ты вообще пришел? Правду сказать? Какой же ты подонок, просто для чего ты это все рассказываешь? Все не так было совершенно. Да. Вы поймите, Ваша честь, то, что у меня была безысходная ситуация, и я... Мне деньги нужны были. Хватит на жалость давить, рассказывай. Деньги тут при чем? Дело в том, что когда мой сын заболел, и нужно было срочно операция, они сказали, что им нужно, ну, мне нужно будет 800 тысяч. И операция буквально там завтра-послезавтра, то есть она настолько срочная, потому что, ну, позапустили, поздно все это узнали. Ну, я обратилась к нему, сказала, так и так, не объясняя там ситуации, говорю, мне срочно нужны деньги. Он знал, что деньги на лечение ребенка? Да нет, не сказала я ему. То есть у меня жена за деньги с мужчинами спит? Нет, подождите, понятно. Делать вот выводы, она еще не рассказала. Нет, не перебиваем. И ситуация такая, что он мне предлагает, говорит, ну, ты, говорит, сам с ума, что ли, сошла? Говорит, такие деньги пришла тут ко мне просить и так далее. Ну, я... Умоляла его, просила. Он говорит, врет она все. Он говорит, хорошо, без проблем, но только если ты меня интимно удовлетворишь. Ну, вы сами понимаете. Ты же сама на меня вешалась. Я сначала в отказ думаю. А потом попросила деньги. Нет, ни за что. Как я могу изменить своего мужа? Да и тем более... Ира, ну ты фантазер. А дальше думаю, ну... Сын же, его надо поставить на ноги, лечение. И тем более, как я могу найти такие деньги за день, за сутки, за двое? Ну, конечно же, нет, 800 тысяч на дороге-то не валяются. Ну, и согласилась. И очень пожалела, потому что это так мерзко. Скажите, это пожалуйста, пожалуйста, муж ваш... Он знал все то, что нужны деньги. Он говорит, не знаю, ничего, попробуй взять там кредит. Может, ну, а где я их достану? Действительно, все деньги, что у нас были, мы пустили в бизнес. Он на тот момент, он в бизнес весь ушел. Ваша честь, я прошу, пожалуйста, пригласить мою подругу Людмилу. Она подтвердит все слова, ради чего все это было. Но если вы считаете, что она лучше знает, чем вы, хорошо. Павлова Людмила Олеговну, подругу ответчика, сейчас выслушаем. Людмила Павлова, вы пройдемте. Ну вы подонки, самые настоящие подонки. Да. А вам надо правду говорить. Зачем ты вообще сюда пришел? Пожалуйста, тишину в зале сюда. Ее. У нас все, пришла не... Павлова, Людмила Олеговна. Людмила Олеговна, как я понимаю, вы подруга Ирины, и вы в курсе той ситуации, на что пришлось пойти Ирине, когда ей нужны были деньги срочно на операцию сыну. Да, конечно. Что тогда произошло? Денис козел. Он, кстати, еще в нашей школе за всеми девчонками бегал, со всеми переспал, кроме меня, с Иркой. Ну и вот, даже в 11 классе была такая ситуация, что Денис заключил пари, что он переспит с Иркой. Ну и, естественно, Ира не дала ему. И теперь он решил устроить реванш. То есть теперь он всем нашим одноклассникам рассказал, растрепал то, что он переспал с Иркой, типа, вот я такой молодец, потешил свое эго, молодец. Что за бред? Я взрослый человек, она сама на меня вешалась. Ну, конечно, когда я на тебя вешалась, так как тебе не стыдно врать? Вы считаете, что Дмитрий Алексеевич был инициативной стороной в вот этой вот ситуации? Ну, конечно. Потому что ей ради ребенка нужны были деньги. Она не просто так как бы это все устроила. Эту кубалу вообще закрутилось все только из-за Димы. Она взяла кредит только для того, чтобы обеспечить, так сказать, бизнес. 2 миллиона она взяла. Как она теперь будет их отдавать, я не знаю. Если вы их разведете, то этот кредит придется оплачивать одной Ире. Но Ира их даже не использовала, понимаете? Как им жить? То есть, получается, эту квартиру... Они заложили квартиру ее мамы,
на то, чтобы взять кредит. Если их разведут, она не сможет выплатить, их вышвырнут с квартиры. А у них остался всего один маленький домик, в котором вообще никаких условий нету. То есть там ни воды, ни света нормального нет, ничего. А ребенок болеет, то есть ему и так плохо. И чтобы загнать их в такие условия, это просто, ну, я считаю, что не нужно их разводить хотя бы из-за этого. Дим, да прости ты меня. Ну давай мы все забудем. Давай пойдем домой и все. И ты нужен ребенку, ты нужен нам. Ну что мне теперь, вот всю жизнь теперь с этим жить? Я не согласен на это. Надо мной все смеются, ты посмешище из меня сделала. Я не согласен. Дмитрий Алексеевич, вы, как я понимаю, должны учесть, что в какой-то момент вы отстранились от финансирования операций для больного сына. Операция на глаза нужна была срочно, и ваша жена была в отчаянии. Она была в отчаянии, она была готова продать свою почку. Не то, что сделать сексуальные услуги человеку, который, воспользовавшись ее таким отчаянным положением, предложил ей деньги на таких отвратительных условиях. И ваша супруга согласилась. Ну, вам, надо вот этому товарищу все высказать, а свою супругу надо пожалеть. Так что в этом проблема, что согласилась? Денис, ты-то зачем сюда пришел? Зачем ты растрепал все? Ты просто жизнь поломал не только Ире, еще и ее ребенку. Ты понимаешь это? Да вы наивные это просто... все. Ты тут стоишь, глупые улыбаешься, девчонки. Такой молодец, не при у делах Димы как будто. Есть баба. То есть баба. Да, то есть. Она вместе с нами в боулинг ходила и играла, не рассказывала мне? Замечательно. Друзья наши прекрасно. Общие знают, что у него есть девушка. Да, да, его задолбала жизнь ваша. Ребенок плачет, внимания жена не уделяет, потому что все внимание на ребенка, жизнь жестянка. Его достало это все. Он нашел молоденькую себе девочку. Нет, я опять, родная моя, говорю тебе правду. Да это правда то, что ты пошел в такой момент, когда в семье нужна помощь, когда нужна поддержка, когда такая ситуация, ты пошел просто налево, это правда. Ну невозможно дома жить. Ты понимаешь, как не придешь, ты ноешь постоянно. Артем ноет, да мать твоя. Да я все сделала, я эти кредиты, долги набрала. Дмитрий Алексеевич. Я пустое место дома, я Дмитрий все не пытаюсь на ноги поднять, одна. Одна беготня, все вокруг Артемки крутится. Ну, Дмитрий Алексеевич, у вас есть другая просто женщина. И вы вот этот весь цирк здесь сломали только для того, чтобы уйти чистеньким и оставить жену еще с комплексом вины? Да, она же действительно изменила. Какая разница? Ну, чтобы у нее был комплекс, а вы не изменяли. А я пока искал помещение под бизнес, познакомился с девушкой. Я это сделала ради ребенка, а ты бросил вас в самый трудный момент и пошел к другой. Ты использовал Иру, ваша честь. Я встретил девушку, когда искал помещение. Я даже элементов не оформляла, ничего. Я набрала всего кучу, и ты просто нас бросил. Просто ты об Артеме вообще ты подумал. Подумал? Я его буду видеть и помогать ему буду. Я понимаю, что ребенок без жены не останется, нет? Я требую сейчас, чтобы назначили алименты не на меня, а на Артема, чтобы поставить его на ноги. Я как чувствовала, ваша честь, я как чувствовала, что так будет. Вот, я взяла с собой документы. Это документы на кредит, который моя дочь взяла для него. Вот здесь все. И документы на квартиру, и на залог, и куда они хорошо, были потрачены. Через приставы передайте, я очень пожалуйста. Вас прошу. Я не просто вас прошу, я умоляю. Себе, а вы можете сделать как будто... Ну, это вот иск, это вот наши претензии, и составить это как иск. Это наши претензии к нему, к нашему зятю. Я думала, черный день настал, когда наш сын заболел. Но нет. Он настал, когда ты нас бросил. Бросил со всеми этими проблемами. С этими долгами. Да как я теперь буду? По уши в долгах, по уши сына поставить на ноги. Я только теперь молиться буду, чтобы он был здоровым. Ваша честь, я прошу назначить алименты, прошу развести нас. И, пожалуйста, долги, которые на нас есть, кредит этот, хотя бы... назначить ему тоже часть, чтобы я не одна выплачивала это. Суд удаляется для вынесения решения. Далее в программе. Я прихожу домой вечером, она сидит уже надутая. Видите ли, я на 20 минут опоздал с работы. И начинаются упреки. Я ее не люблю, я к ней охладел, я к ней равнодушен. Ксения рано вышла замуж. Игорь Голованов был ее первым мужчиной. Он хороший врач и полностью обеспечивает свою семью. Единственное, чего не хватает молодой женщине,
это эмоциональности и романтики в отношениях с мужем. Устав от холодности супруга, Ксения подает на развод. Игорь уверяет, что любит жену, просто не привык выражать свои чувства словами и жестами. Попрошу тишину. Оглашается решение суда. Суд вынес решение. Иск супруга о расторжении брака удовлетворить. Брак между супругами расторгнуть. Иск супруги о взыскании алиментов на содержание ребенка удовлетворить. Взыскать с отца ребенка в пользу матери ребенка на содержание несовершеннолетнего сына алименты в размере 1/4 заработка или иного дохода ежемесячно до совершеннолетия сына. Иск супруги о признании кредитных обязательств личными обязательствами супруга удовлетворить частично. Признать 1/2 кредитных обязательств перед банком долгом супруги, а 1/2 кредитных обязательств перед банком долгом супруга. Теперь вы понимаете, что вы по кредиту отвечаете вместе, но и замечательное юридическое лицо, которое так хотело развивать ваш супруг, вы тоже можете поделить. Судебное заседание на этом объявляется закрытым. Здравствуйте. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Головановой Ксении Васильевны к Голованову Игорю Михайловичу о расторжении брака, а также о взыскании алиментов в размере 25% от доходов ответчика, а также о разделе совместно нажитого имущества, квартиры площадью 90 квадратных метров стоимостью 15 миллионов рублей, земельного участка 0,1 гектара, с домом площадью 150 квадратных метров общей стоимостью 12 миллионов рублей, а также 2 автомашин иностранного производства стоимостью 2 миллиона рублей и 1,5 миллиона рублей соответственно. Ответчик Голованов Игорь Михайлович против исковых требований возражает. В зарегистрированном браке вы 15 лет, у вас есть сын Голованов Денис Игоревич, ему 8 лет. И, насколько суд понял, ребенок по обоюдному согласию сторон остается с матерью? Да. Хорошо. Тогда, Ксения Васильевна, вам предоставляется возможность сообщить суду причину развода и сторону ответчика также выслушаем позже. Пожалуйста. Ваша честь. Ну, наш брак превратился уже просто в какое-то существование двух соседей. Это невозможно. То есть вот эта его холодность, это... Все, я устала. Просто больше нет сил у меня. Понимаете, Ксения Васильевна, ну подождите, сил нет. Вот как начиналось все, расскажите. Раньше-то была любовь. Вы же сочетались браком с супругом. Я расскажу. Понимаете... В тот момент, когда все это начиналось, мне было всего 18 лет. Игорю 23. Мы познакомились в Сочи, курорт, все замечательно. После того, как мы приехали, все продолжилось. Ну, где-то спустя полгода. Но в этом возрасте мне как-то было не до этого. Замуж, молодой человек, все замечательно. Около полугода это все продолжалось, после чего он мне сказал, может, нам пожениться? Ну что значит, может нам пожениться? Никакого предложения, ну вообще никакой красоты, никакой романтики, ничего. Ну вот, я его спросила, говорю, ты меня хоть любишь? Он говорит, ну, конечно. Ну, одни конечно, в принципе, постоянно. И мне как-то всегда так хотелось, чтобы, ну, я смотрела на наших общих друзей, мне так хотелось, чтобы это все и у нас тоже было. Там они за ручку подержат, там приобнимут, поцелуют. Но я попыталась, он говорит, не люблю демонстрацию чувств. Ну, он даже ребенка не хотел сразу, понимаете? А про ребенка как он это объяснял? Почему он не хочет детей? Ну, все достаточно просто. Мы когда поженились, Игорь врач.
эндокринолог. И он просто хотел встать на ноги. Да, я не спорю, конечно, это важно. Вот, он сначала работал в государственной клинике, потом через какое-то время в коммерцию перешел. И я наконец-то забеременела, все стало замечательно, но кроме отношения. То есть он... Я лежала тогда на сохранении, да, я не спорю. Самые лучшие врачи, самые топовые клиники в Москве, все такое. Но он заходил ко мне, просто дверь, ну как, ты, все хорошо, и все. И ты знаешь, не пожалеть, не приласкать, не все. Но я понимаю, поддержка как бы должна быть хоть какая-то. Это же наш общий ребенок. Ну вот, я даже когда родила, понимаете, то есть ничего, ни спасибо тебе за сына, ни поцеловал, ни его, ни меня. Не, ну, я, конечно, нашла колечко возле кровати дома, но... Я все понимаю, но ну, послушайте, поступки... Ну, мужчина же не по словам, мужчина-то по поступкам. Значит, ну... поступок он совершает прекрасный, а вы хотите только слов. Ну, одни только поступки, я понимаю. Но когда мы живем как соседи в разных комнатах и не общаемся практически, ведь это же тоже важно, правильно? Это важно, да. Ну что, вы 15 лет живете как соседи? Ведь 15 какой-то... лет мы живем как соседи. Конечно, все это с каждым разом все хуже и хуже становится. Но все равно 15 лет, это все хоть мне надоело терпеть вот это все. Понимаете, то есть ну, это больше вот... Никаких сил нету. Я терпела ради ребенка, но я понимаю, что это бесполезно. А как он относится? Сын, это мальчик растет. Нет, для чего? Ну, какой мальчик? Катя не может сисюкаться, как с девочкой. Он должен ну, когда вырастать он мужчиной. Вырастет мальчиком взрослым, вот тогда да, я понимаю. Но он маленький мальчик, ему тоже но хочется не только от меня. Он привык сисюкают, а любви. Дальше что? Да, не... А кто тебе говорит, что с ним надо сисюкаться? Не надо с ним вот это вот делать. Ты нормально с ним поговори, я ты прояви какой-нибудь но на что времени он хватает? С утра до ночи на работе, его нету в принципе. Знаете, то есть он приходит, все, он ушел к себе и занимается своими делами. Подождите, пожалуйста. Ну, скажите, вот, Ксения Васильевна, ну, вот как муж с женой-то, вы продолжаете? Нет, у нас уже все давно уже сошло на нет, и живем мы в разных комнатах, и я думаю, что он мне не изменяет, потому что... Да что ты несешь? Как... Он приходит очень поздно, у него, от него пахнет очень часто там женскими духами, и мы закрываемся в разные комнаты, и больше, Ксюша, в принципе, да я тебя не изменяю, с чего ты взяла? В общем, откуда такие мысли? Все, я хочу развестись, я хочу разделить нашу недвижимость. У нас, получается, квартира 90 квадратных метров стоимостью 15 миллионов рублей. У нас это дом с участком стоимостью 12 миллионов рублей. Две машины иностранного происхождения, 1,5 и 2 миллиона. Я хочу оставить за собой право жить в городе, в квартире. И оставить себе машину. Ну, машина, как я понимаю, на которой как раз, которой вы пользуетесь, да, вы да, на ней да. ездите. Хорошо. Ваша честь, я против развода. Я делаю все для жены и сына. Я живу ними. Я один обеспечиваю семью. Я прихожу домой вечером, она сидит уже надутая. Видите ли, я на 20 минут опоздал с работы. И начинаются упреки. Я ее не люблю, я к ней охладел, я к ней равнодушен. В изменах меня начинают обвинять, которых в принципе-то нет. И к сыну, я не холоден, ваша честь. Я просто с ним не сюсюкаюсь. Хорошо, Игорь Михайлович, значит, вот супруга выдвигает какие-то обвинения, вы все отрицаете, так мы сейчас ни до чего не договоримся. Давайте перейдем к собственности. Скажите, в случае развода вы не возражаете или возражаете, чтобы квартира была передана вашей супруге? Ваша вот честь, таким образом разделить имущество, вы согласны? Нет, ваша Почему? Честь, я категорически против. Квартира, в которой мы живем, она нам, мне точнее, досталась, по наследству от бабушки с дедом. Вот документы, подтверждающие право наследования. Да, через приставы передайте, пожалуйста, оригинал документа. Благодарю. Вы получили от бабушки своей и дедушки. Совершенно верно. Так, до это этого... было еще до брака, да? Да, и это было до рождения ребенка. И до этого мы жили на квартире у Ксении и ее матери. Проблем никаких не было. Мы жили душа в душу, и все было здорово. Ксения на данную квартиру никаких прав не имеет. Я согласен, мы продадим загородный дом, мы поделим деньги. Машину за 1,5 миллиона я тоже ей готов оставить. Но я надеюсь, что до этого не дойдет, и мы не будем делить имущество. Я настаиваю на сохранении брака и просто требую, чтобы нам дали время для примирения. У нас прекрасная семья, это может даже подтвердить ее мама. Ваша честь, я прошу пригласить свидетеля, маму Ксении, Феоктистова Мария Викторовна, ваша теща, мама вашей супруги, она уже явилась. Давайте ее сейчас пригласим. Почему она вообще здесь нужна? Мария Феоктистова, вы да. пройдем со мной? Спасибо. Проходим. Мария Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте, ваша честь. Вы мама Ксении...
Но, как я понимаю, вы поддерживаете Игоря Михайловича в том, что брак стоит сохранять. Да, ваша честь. Поясните свою позицию суду. Объясняю. Брак необходимо сохранить. У меня зять замечательный человек. Ребята жили самой Ксения с Игорем 7 лет. И я достаточно хорошо узнала Игоря. Да, он скупой в проявлении чувств, но, ваша честь, ведь не словами меряется любовь, а делами. И сколько ты ни говори сладко-сладко, а во рту от этого слаще-то не станет. Моя дочь за Игорем, как за каменной стеной. Ну, каменная стена – это хорошо, но нет возможности у нее жить в браке с мужчиной так, как она себе это представляет. Может быть, вы себе и представляли бы брак по-другому, но ваша дочь хочет другого. Я понимаю, что она хочет другого, только она молодая, еще маленькая девочка, а я-то знаю, я-то уже жизнь прожила, и я могу уже оценить трезво и понятно, что и представляет из себя мой зять, и моя еще дочка. Ну, по-видимому, вот я ее так воспитала, что да она еще... Да забери его себе тогда. Хорошо, ваша так, дочь... Так, можно я скажу? Ну, ваша дочь считает, что он холодно к ней относится, холодно относится к сыну. Вы это подтверждаете? Нет, я этого не подтверждаю, и сейчас я это докажу. Так я сказала, что они 7 лет живут в браке всегда, всегда буквально на празднике, день рождения у моей дочери. Всегда, говорит, придет и скажет: Марья Викторовна, мама, может быть, Ксения хочет что-нибудь получить, подарок какой-нибудь. И ведь посмотрите, он никогда не купит никакую безделушку, он всегда купит именно добротный, дорогой подарок. Это или шуба, это или драгоценности. А в прошлом году отправил Ксению с Дениской на море, а через неделю сам засобирался на 3 дня. Перед полетом мне позвонил и сказал: мам, улетаю. Я у него спрашиваю: что, соскучился? Он говорит: конечно. Он просто сказал: конечно. И поэтому здесь только любовь и к Ксении, и к сыну. Это я вам утверждаю как мать, как свидетель, потому что я при этом присутствовала. И я чувствую этого мальчика. Он замечательный муж. Он очень любит и Ксению, он очень любит и своего сына. Отлично, мама, ты это чувствуешь и понимаешь, а я не чувствую и не понимаю. Как так у тебя получилось, а у меня не получилось? А как за 15 лет этого получилось? Это очень просто. Что тебе еще надо, девочка? Я тебе еще раз Игорь Михайлович, скажите, пожалуйста, ну вот как вы считаете, вот ваша теща тоже, как считает, а почему тогда ей при таком прекрасном браке что-то не нравится, она хочет расстаться? Да, ваша честь, я знаю эту причину. Эту причину зовут Филатова Анна. Это ее подруга. У нас есть друзья Филатовы. Они уже год как развелись. Но мы продолжаем с Филатовым дружить, а Ксения дружит с его бывшим мужем, с его бывшей женой. И вот она ее постоянно подбивает на это. То есть вы считаете, что ее подруга Анна – это и есть человек, который подбил ее на развод? Несомненно, ваша честь. Когда они развелись, через месяц уже ко мне подошла Ксения и говорит: а ты знаешь, вот Филатовы развелись, и Анечка теперь такая счастливая, может и нам развестись? И начала эту пургу нести о том, что мы стали друг другу чужими. Я не знаю, или она с жиру бесится, или дурный пример заразителен, или просто она недалекая женщина. Действительно. А ты скромничаешь-то? Да скажи, дура! Идиотина вообще. Как можно, я как можно, человек, как можно думать о том, что меня подруга на улице кушает? Господа, простите, я понимаю, когда с подруги берут пример, там, кофточку какую-то купить или в маникюрный салон сходить, но разводиться, по примеру подруги, по-моему, ни одна женщина не станет. Может быть, вы пригласили свою подругу, и мы ее выслушаем? Да, я и хотела. Потому что все-таки Филатова Анна Сергеевна была заявлена в качестве свидетеля, она приглашена, и давайте из первых уст сейчас все услышим. Не будем делать никаких долгов. Пусть она расскажет, Филатова, что это уже приглашаем невозможно. В зал. Чиката по своему по Дениску, можно? Анна Филатова, вы? Да. Пройдемте со мной. Будет даже сын. А как сын будет жить без отца? Анна Сергеевна, здравствуйте. Да. Анна Сергеевна, вы давно с Ксенией подругами являетесь? Ну, получается, мой муж, Сергей, бывший муж, он был пациентом Игоря, и они нашли общий интерес. Ну, просто вы давно знакомы. Я почему спрашиваю? Чтобы понять, давно ли вы знаете эту семью, эту женщину. Да, 10 лет, то есть достаточно. Хорошо. Есть такое предположение, что вы являетесь источником идеи для вашей подруги Ксении расстаться со своим супругом. Источник. Вы это подтверждаете? Как-то повлияли вы на это решение? Подождите, почему я источник? Ну, потому что ты ее зачем сохранять брак, если в нем нет любви?
А вот я вот это откуда не понимаю. Откуда ты знаешь, есть у нас любовь, Игорь, или нет? Здесь нет. Я смотрю в глаза Ксении, а глаза у нее потухшие. Ох, бедная, ты несчастная. А что она ждет только слова? Это видно. Что за глупость? А ты что, у нас психолог семейный? Я расскажу сейчас немножечко интересную историю. Как-то я приехала в клинику к Игорю забрать рецепт для своего бывшего мужа. А у него там медсестра, у которой, извините, юбка вот выше колен. Я, да значит, что ты несешь? Какая медсестра? В машине наблюдаю, как он с этой медсестрой выходит в обнимку и садится с ней в машину. Ань, да ты что врешь? Да нет никаких медсестры. Хорошая подруга, будет такой рассказ. Дайте поговорить, человек. Вот тебе это и получается, что у него заинтересно. Да я бы еще тогда бы на развод подала. Слушай, а зачем я буду об этом говорить? Ты еще меня виноватой сделаешь? Нет, разбирайтесь сами. Ты должна была до всего дойти. Ну, конечно, она сказала. Значит, я все правильно чувствую. Ну, тем более, что, Анна Сергеевна, вы все-таки не видели какой-то действительно супружеской измены, мало ли, с коллегой вышел, сел в машину. А у кого юбка до каких мест? Ну, дело... вы тоже не в монашеском платке ходите. Анна Сергеевна, скажите, вот как вы считаете, есть ребенок в этой семье? Да, может быть, не брещет красноречием муж вашей подруги, но вы считаете, что без него она будет счастлива? Ребенок будет счастлив? Конечно, она будет счастлива. А ребенок будет счастлив? Ну, он же не лишается ни отца, ни матери. Все живы, здоровы, все рядышком, все нормально, какая проблема. Но когда у женщины... Но если ребенок живет не в любви, это намного хуже. Когда раздрай бесконечный между родителями... А что я не люблю? Ваша честь, можно я скажу? Что вы хотели сказать? Я хочу сказать, что неправду ты говоришь. Бессовестная ты, ваша честь. Вот сейчас Ксения с Дениской со мной живут вместе. Так вот, Игорь каждый день звонит... Ой, вы себе не представляете, какой счастливый Денис, когда он разговаривает с отцом. То есть Игорь Михайлович хороший отец? Очень, очень. Ведь на прошлой неделе я Дениску водила к отцу навстречу, так счастливее их я людей не видела. Только дочь ваша несчастна. Вы не видите ее глаза? Вы не видите, насколько она несчастна в браке в этом? Так она увидела это. Видит зятя своего, и все, больше ничего. Вы знаете, я хочу сказать одну большую вещь. Дело в том, что в этом браке Ксюша была потухшая, взгляд потухший был. Но как-то где-то год назад, наверное, даже меньше получается, я смотрю, а у нее глаза засветились, крылья. Я говорю, так, давай признавайся, наверное, в кого-то влюбилась. И она мне призналась, что да, появился мужчина. Что? И я ее спросила, говорю, а чем тебя он зацепил? Дайте свидетелю договорить. И чем же он тебя зацепил? Он как раз-таки сказала, она, что словами, поступками, представляете? Нет, так словами или поступками? Нет. Муж тоже хорошие поступки совершает. Вот смотрите, поступками романтическими. Романтическими. Да, они сидели в кафе, и этот ее мужчина, он заказал для всех посетителей шампанского, чтобы они выпили за его любимую женщину. Транжира. Но это не транжира. Это такое? Это романтизм, да ну всех алкоголиков поит за любимую женщину. Самое еще интересное. Лучше бы купил, собрал все деньги и чего-нибудь вам купил. Потом нет, купил? Он всех напоил. А еще бы он квартиру потом? Своему другу подарил ради любимой женщины, да? Ксюша, самое главное, что Ксюша в этот момент была счастлива. Ксения Васильевна, подтверждаете вы слова подруги или нет? Да, ну последний год у меня. Ну что, вам пыль в глаза человек пустил, и вы готовы семью бросить из-за этого? Да я не верю ни единому слову. Чего смеяться? Я знаю свою жену хорошо, ваша честь. Она просто необычная женщина. Ну, я бы почувствовал, если бы у нее кто-то был. Чего смеяться? Она все выдумывает, она чушь несет. Насколько ты постоянно занят на работе, что ты даже не чувствуешь свою женщину? О том, что она влюбилась, о том, что у нее есть другой. Ты сама вот развелась непонятно из-за чего. Я знаю, из-за чего я развелась. Я развелась из-за того, что нет любви. И к тому же еще, ну, потому конечно, что и жену муж мою на это же подбивает. А зачем мне терпеть мужчину, который мне изменяет, если я его не люблю? Я даже последний год, получается, даже рисовать не могла, потому что нет любви, нет вдохновения. Бедная, поэтому ты несчастна, я считаю, что женщина должна жить в любви. Это даже не обсуждается. Посмотрите на счастливые глаза вашей жены, да дорогой Игорь. У нас всегда была любовь, у нас были отношения. Даже твой бывший муж это может подтвердить, ваша честь. Я прошу пригласить моего лучшего друга, Филатова Сергея Владимировича. Он может подтвердить, он наши отношения... Ваш лучший друг знает... это Анне Сергеевнин, бывший муж. Да, я уже вот что значит ранее дружить говорил, с семьями. Никуда теперь не денешься от своего бывшего супруга. Хорошо, со стороны ответчика поступило ходатайство пригласить Филатова Сергея Владимировича. Будьте добры, пригласите. Ну да, я на тебе. Ты ее слушай, потом она тебе... Сергей Филатов, вы? Я. Пройдем со мной. Сумасшедшая. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Вы, как я понимаю, поддерживаете сторону Игоря Михайловича. Вы считаете, что брак супругов можно сохранить?
Брак моего друга Игоря и семьи Головановых необходимо сохранить. Вы не представляете. Вот у него жена, она дома засиделась с ребенком, и из-за этого придумала кучу измен. Ей скучно там сидеть, вот она его думает. А он на самом деле как волк всю эту семью тащит. Я вот со стороны наблюдаю. И ребенок на нем, и жена, и дом. И они, он заботится жутко. Он даже ее вот саму одну отдыхать отправляет, чтобы она отдохнула от рутины, от забот. Вот по Золотому кольцу какой шикарный он ей тур устроил. А сам в это время вот с ребенком нянчился, тещей помогал. Да. То есть вы давно знаете эту семью, да, наблюдаете их отношения и не считаете, что их семья должна распасться? Со всех сторон знаю. А она-то его как любит. Он сам, будучи врачом, в больницу тут загремел. И она с ним там и дневала, и ночевала. Все у них хорошо будет. Скорее их помирите, дайте им время. Сережа, это ты говоришь? Это ты говоришь? А ты не слышишь, что это говоришь? Ты просишь здесь сохранить наш брак? Правильно, да я говорю. Же дождаться не могла, когда ты разведешься. Да я же на развод что? Из-за тебя подала. В смысле, так у тебя все-таки есть любовник? Да, и он еще и мой лучший друг? Так, подождите, какой пожалуйста, поясните какой-то суду, простите, Ксения Васильевна, из-за кого вы решили расстаться? Из-за свидетеля со стороны вашего супруга, из-за друга вашей семьи и бывшего супруга вашей подруги. Да, последний год мы вместе. Вот это поворот. Ксения, ты не так все поняла, это на самом деле. Что значит так? Так, ну поясните, поняла. Господа, это так или не так? Вы подтверждаете, что у вас есть любовные отношения с Ксенией? Нет, нет, ни в коем случае. Нет. Так вы уж определитесь, есть или да нет. Да как нет, ваша честь, у меня теряюсь. Даже переписка в телефоне сохранилась. Что значит не подтверждаю? Одну секундочку, я вам сейчас все покажу, ну все как, зачитаю. Вы год встречаетесь, говорите, что с человеком, а он на голубом глазу здесь говорит, да нет, вообще нет такого. Да он мне говорил каждый раз, ты же мне говорил, что я тебе на всю жизнь нужна. Ты же мне такие вещи говорил, ты же такие слова писал. Переписка это все. Да вспомни, сколько у нас всего было. Подождите, так это он шампанским все кафе-то ради вас напоил? Да. Вот, пожалуйста, переписка. Ксюша, ты женщина моей мечты. Я теряю голову, когда думаю о тебе. Это что? Голову он теряет. Вещи пишет, голову он теряет. Это все писал ты? Конечно. Я была уверена, что мы будем вместе, когда мы разведемся. О чем ты вообще такое говоришь? Ну, давай без этих подробностей. Без каких подробностей? Ну, зачем ты это все? Что значит, зачем ты это? Это все было несерьезно с моей стороны. Нет, а мне интересно узнать подробности. Недавно развелся, интересно. И ты сама подумай, мне Сергей опять обрекать себя на какую-то... Сергей Владимирович, подождите, ну вы суду подтверждаете, что у вас были отношения? Ну, не в полной мере, нет. Не в полной мере были отношения, да? Ну, это я не назову. В полной мере отношения были. Просто вы соединять свою судьбу с этой женщиной и сочетаться с ней браком не собираетесь. Конечно, нет. Я пытался таким образом укрепить, наоборот, их отношения. Укрепить их брак. Да, чтобы она чуть-чуть погуляла. Да ты же мне такое говорил. Ваша честь, вот здесь стоит, рассказывает о том, как муж меня отдыхать отправлял. А что ты не расскажешь-то всем, как ты ко мне примчался в Ярославль? Как мы с тобой по набережной гуляли? Вы думаете, закончилось? Нет, на этом ничего не закончилось. Ты же увез меня на трое суток в Плес. Мы такие ночи провели просто. Ты же охапками, букеты мне собирал, орал на всю улицу, что я лучший цветок. И после этого всего ты говоришь, что это все было несерьезно. Ксения, что ты нас, мужчин, не знаешь? Мы когда хотим кого-то, мы горы сворачиваем. Да какой знаешь? Я девчонка, 18-летний замуж. Вот я тебя и попробовал. Я же не погуляла чуть-чуть. Она есть же не... до сих пор. Ксюс, я тебе давно говорила о том, что мой муж гуляет. И то, что он, ты мне еще завидовала, что у меня мужчина такой романтичный, такие слова красивые. Они говорит, друг друга нашли. Что на руках меня может донести, да, он меня может понести на руках, но еще потом и тебя, и ту, и другую, и третью, и тут же в койку уложить. И ты, моя дорогая, слышала эти рассказы мои и видела, как я страдаю. Ксения, это все правда? Ксения, любовь скажи, крутила с моим мужем. Да я не хотела тебе вообще ничего рассказывать. Да ты же за меня клещами эту всю информацию тянула. Ты какой-то извращенка, ты получаешь удовольствие от этого всего. Это как так можно вообще? Ты знаешь, я понимаю, ты отомстить мне так решила? Да. Да? Да, я хочу то вас... То есть ты разрушила мой брак? Я самое интересное, что нет, я твой брак не разрушила. Если бы... Но все сделала ради этого. Ты сама дура, которая взяла и бросила действительно нормального, умного мужика, который для тебя все стелил, ради вот этого пустобреха Сергея. Ты что думаешь, я его не знаю? Я тебе 300 раз говорила, какой он, что он из себя представляет. Вот теперь...
Научена. Скажите, пожалуйста, Игорь Михайлович, ну вот 15 лет вы прожили, у супруги первый раз случилось такое помутнение, она оступилась. Как вы считаете, можно ее простить? Нет, Ваша честь, я сейчас потерял и жену, и друга. Я согласен на развод. Игорь, подожди. Игорь, не руби с плеча, пожалуйста. Ведь Ксения вышла за тебя замуж, 18-летняя девочка, глупенькая. Она же не слышала никогда красивых слов и не знает, что красивыми словами-то любовь-то не меряется. Она меряется только делами. Пожалуйста, пропадут они без тебя, и Дениска, нет, мама, и дочь моя. Надо было думать. Пожалуйста, головой. Игорь, я тебя очень прошу. Что ты наделала, дурочка? Ксюша, а ты молчи, Игорь, я не смогу тебя простить. Пожалуйста, нет, я не смогу тебя простить. Ты понимаешь, что ты пойми, я тебя очень не прошу, пойми меня, пожалуйста. Он просто вот запудрил мне мозг. Ну как я маленькая, 18-летняя девочка, я не могла просто представить, что такое бывает. Я ему поверила, действительно, я тебя очень прошу, прости меня. Может, да? А ты меня попробуй пойми. Ты мало того, что мне изменила, ты меня за полного идиота держала. Я все понимаю, прекрасно. Ты мне изменила с лучшим другом, человеком, которому я доверял. Может быть, мы сможем начать все заново? Нет, мы не сможем начать все сначала. Так, господа, подождите, не надо сейчас в суде вот это обсуждать. У меня вопрос к вам, как к истцу, Ксения Васильевна. Скажите, вы отказываетесь от иска? Я вас очень прошу, пожалуйста, дайте нам время для того, чтобы мы могли помириться. Игорь, я сделаю все. Я сделаю все, чтобы ты меня простил. Я тебя очень прошу, пожалуйста. Пожалуйста. Оглашается определение. Слушание дела о расторжении брака, взыскании алиментов на содержание ребенка и о разделе супружеского имущества отложить, назначить супругам срок для примирения 3 месяца. Суд откладывает слушание дела и представляет супругам срок для примирения 3 месяца, потому что истица просит срок для примирения. Если супруги не примирятся и истица по-прежнему будет настаивать на расторжении брака, то через 3 месяца брак будет расторгнут и рассмотрены по существу исковые требования о взыскании алиментов и о разделе супружеского имущества. Судебное заседание объявляется закрытым. Иди все делай, чтобы муж тебе вернулся. Подожди, я не хочу больше ни о чем разговаривать. Давай мы с тобой поговорим. Я тебя очень прошу, давай мы сейчас поедем домой, и все будет хорошо. Я тебя очень прошу.